И не забывайте о своем здоровье. Ограниченное пространство и ограниченное передвижение все-таки накладывает некоторые... Ну, это болезнь будет космонавта, это будет болезнь без движения. Поэтому постарайтесь занять себя спортом и в доме. Уделите хотя бы каждый день. Вот говорят, что юмор продлевает жизнь. Правильно? Вот относитесь к этому с юмором. Он должен продлить жизнь, но сократить карантин. Вот поймите, опять же, все идет от внутреннего, от головы. Если вы будете в этом искать плохое, то ваш карантин дома превратится в заточение. Вспомните, что на свете есть родные, друзья, и есть те, которым вы миллион лет не звонили. В силу своей занятости возьмите за правило начинать с общения.